Привіт, друзі! Як завжди, в цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». І якщо у вас є бажання і час приєднатись до нас, це розмова на тему, під час якої ми з вами дізнаємось, яке місце займає культура в нашому суспільстві. У нас в студії гість художник Антон Федорченко. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Сейчас идут такие веселые предновогодние дни, несмотря на то, что до Нового года еще остается определенное время, но тем не менее все умы направлены уже на предстоящий праздник Нового года. И тем не менее, как раз сегодня очень удобное время подвести некоторые итоги и немножечко подсмотреть, а что там дальше, в том новом году, что будет. И вот мне кажется, что как раз очень вполне так как-то нормально, если мы с вами поговорим о культуре. Какое место культура занимает в нашем обществе? Хватает ли ее? Вот телезрители, у вас сейчас есть замечательная такая возможность выяснить и самим себе задать вопрос. Вот вам лично хватает культуры в нашем обществе? Антон, как вы полагаете, хватает нам культуры или культуры много не бывает? Культуры много не бывает. Бывает много политики. Вот в нашей жизни, к сожалению, сейчас мы переживаем такое время, что в нашей жизни стало слишком много политики. Перебор. А перебор – это плохо. А вот с культурой все обстоит несколько иначе. Культуры много не бывает, а в наше время, к сожалению, ее становится все меньше и меньше. Меньше и меньше. Да, во всем, увы. То есть ее не хватает в общении, в, ну, везде, во всех абсолютно, сферах, да, нашего... во всех сферах. На бытовом уровне, на жизни, на уровне жизни всего государства, всего общества. И я думаю, что любой здравомыслящий человек это видит воочию, каждый день с этим сталкивается. Но вы как художник, вы как человек творческий, тем более, что вы и преподаете в Николаевском академическом колледже изобразительных искусств. Вы учите подрастающее поколение, вы учите студентов. Конечно, вы их учите культуре. Антон, вы как представитель культурного общества, будьте добры, что нужно сделать для того, чтобы все-таки культура так не уходила совсем, а то она, знаете, телезритель, она же может забиться где-то в угол, и мы ее, ну, утром просыпаемся, опа, а культуры нет. Такое же может случиться? Может, конечно. Что сделать, чтобы такое не случилось? Что нужно делать? Заниматься собой и думать о том, как ты живешь, и что ты делаешь. Вообще задумываться почаще о своем месте в этом мире и для чего ты пришел в этот мир. Ответа на этот вопрос, увы, нету. Но хотя бы задуматься об этом стоит каждому. А вы знаете, есть еще сегодня прослеживается такая тенденция, когда внешний человек обладает хорошими манерами, он ест ножом, вилкой, палочками, чем угодно, то есть не подкопаешься. И вдруг он открывает рот и изрекает нечто, и ты понимаешь, что культура и внешний вид – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Две большие разницы. Увы, и когда-то в одном из моих любимых фильмов актер Янковский сказал такую фразу: «Улыбайтесь, все подлости в этом мире делаются с умным, серьезным выражением лица. Почаще улыбайтесь». Вот я могу сказать то же самое, что очень часто подлости в этом мире маскируются под благие намерения. И это не очень легко увидеть. Ничего сложного в этом нет. Мы все время видим, и это все жизнь, которая вокруг нас. И, ну, наверное, давайте нет, не будем о грустном и поговорим о... Ну, мы же должны во время нашей беседы выяснить, какое место культура занимает в нашей жизни, в нашем обществе. Друзья мои, культура сегодня, к сожалению, не впереди.
но не расстраивайтесь, потому что есть культурные люди, они были, есть и будут. И наш гость является тому пример того, что культурные люди есть всегда. Антон, будьте добры, как я уже упомянула, вы преподаете в Николаевском академическом колледже изобразительных искусств, но вы художник, художник во втором поколении, потому что ваш отец Владимир Федорченко, его полотна украшают многие залы музеев не только нашей страны, но, наверное, и частные коллекции, но, наверное, всего мира. Это совершенно удивительный художник. Вы художник во втором поколении, вы работаете в разных жанрах, и сегодня вас очень привлекает портретный жанр. Вот раньше в старину портретам придавали очень большое значение, и даже еще в недавнем прошлом вожди любили рисовать себя и вывешивать везде, чтобы их портреты были именно не фотографии, не фотокопии, а портреты. Сегодня портретный жанр, как и культура, угасает, или портреты были, есть и будут? Наверное, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что для художника ни один из жанров никогда не угаснет. Потому что если независимо от того, пользуется он спросом или нет. Да, это искусство, и те жанры, в которых ты работаешь, это болезнь, которой ты заболел в юности, и излечиться от нее невозможно, не представляется возможным. Поэтому как бы ни развивалась жизнь в обществе, в нашей стране, ты от искусства, от творчества отречься уже просто не можешь. Ты и в том числе от портретного жанра. Ну, наверное, наши предыдущие правители были в чем-то мудрее и умнее во многом, и поэтому уделяли большое внимание искусству, не только портретному жанру, а в том числе и портретному жанру. Наверное, потому что мы все наследники Великой Римской империи, и искусство портрета получило максимальный расцвет именно в это время, во времена Римской империи. Ну, хорошо это или плохо, мы дискуссию на передаче не будем. Плохо? А чё ж плохо? Ну, многие считают, что авторитарное государство, как Римская империя, это плохо. И прославление правителя. То есть, ну, опять же, хорошо это или плохо, не будем говорить. Ну, для того художника, который получает заказ и выполняет образ императора, наверное, это хорошо. Для того, кто не получил заказ, наверное, это плохо. Да, конечно. Да. Поэтому тут однозначно ответить невозможно. Для меня проходящий год, прошедший уже почти, ознаменовался тем, что мне захотелось воплотить в жизнь небольшую серию женских образов. Художнику всегда интересно обращаться к женскому образу. Мужчине-художнику всегда интересно обращаться к женскому образу. Не только. Великая Серебрякова писала женщин и считала образ женщины недостижимой вершиной, и предела совершенства нет. Я воплотил в жизнь небольшую серию женских образов, которые немножко разнятся с тем, чем я занимался раньше. Я был приверженец академической школы и занимался исключительно только академическим портретом в реалистической манере. Эти портреты несколько иные. Мы попросим нашего режиссера Татьяну Михайловну. Татьяна Михайловна, покажите нам, пожалуйста, явите нам портреты Антона Федорченко. Будьте добры. Вот, друзья мои, на ваших экранах портреты, кисти нашего сегодняшнего гостя Антона Федорченко. Женские образы, которые вдохновляли, вдохновляют и всегда будут вдохновлять художника. Несмотря на то, что дамы весьма экстравагантны, но тем не менее это портрет. Конечно, эти портреты отличаются от того, чем я занимался раньше. Да, ну, возможно. Я стараюсь, как творческая личность, не стоять на месте и соответствовать этому громкому имени творческая личность,
А личность не может позволить себе быть в стопоре и топтаться на одном месте. Поэтому, ну, может быть, зритель в этом найдет какое-то для себя тоже вдохновение. То есть я нашел вдохновение, воплотил эти образы в жизнь. А может, они сами для кого-то послужат вдохновением. Ну, вот, знаете, обычно портреты – это лицо, а здесь у вас портрет, и вот даже эта балерина, которая практически сломалась в такой трагической позе, и глядя на бабочку, как на недостижимую мечту, то есть она, вы ее прописали всю, не только лицо и плечи, но всю. Вы как-то немножечко отошли от общепринятого правила, когда портрет – это должен быть, ну, портрет в первую очередь лицо, да? А здесь у вас именно акцент на образ. Да, для меня всегда и в академическом портрете основная задача была – это передача образа. Образ, прочувствовать образ. Антон, ну вы знаете, прочувствовать образ для художника – это… 100%, даже не 99%, это именно 100% того, что портрет получится. Ведь бывает как, и я думаю, что вы сталкивались с этим, портретный жанр – это один из самых сложных. Почему? Потому что написать лицо – это одно, но лицо не оживет, если нет внутреннего мира. А художник должен написать еще, когда он пишет образ, он должен еще ухватить тот внутренний мир, который его… человек, которого он пишет, так старательно, может быть, даже прячет. Иначе портрет не оживет. Да, очень часто бывает так, что ты сталкиваешься с моделью и видишь только маску. А дальше этой маски глухая стена. Человек закрыт напрочь. И ты не можешь понять ни внутренний мир, вообще, чем человек живет. Но все равно… Наверное, это опыт, и когда ты более детально, внимательно смотришь на модель, и, как сказал классик, глаза – зеркало души. Достаточно даже просто посмотреть внимательно в глаза человеку и примерно создать для себя картину его внутреннего мира. То есть уже даже одного взгляда достаточно. Уже, Антон, вы опасный человек, глянули в глаза, хопа, и уже создали картину внутреннего мира человека. И уже можете увидеть, чем человек дышит, хотя внешне он закрыт на все пуговицы, на все крючки. Бывает так, да. Бывает. Это вообще свойственно художникам, да, людям, которые растворяются в творчестве, а творчество, в благодарное за это, раскрывает им дотоле неведомые двери. Даже вход во внутренний мир человека. Ну, наверное, это качество, которое просто вырабатывается как своеобразный иммунитет, когда ты уже не воспринимаешь модель просто как модель. Когда ты учишься, ты сам студент, и когда я учился для того, чтобы стать художником в Крыму, потом в Киеве, получал образование. Конечно же, там учат азам академической школы, академическим навыкам. А уже все о том, о чем мы с вами говорим, это приходит позже. Я все о том, о чем мы с вами сейчас говорим, слышал от своих родителей еще в детстве. И от мамы, и от отца. Но я не воспринимал эти слова. Что значит образ? Что значит для подростка прочувствовать образ? Какой образ? Что такое образ? А уже, конечно, в зрелом возрасте приходит осознание и понимание того, что такое образ моделей. Ну вот сегодня вы учите студентов, и вы же говорите им прочувствовать образ. Понимают они вас? Ну, я надеюсь, что понимают. У меня прекрасные студенты. Пожаловаться не могу. Все студенты замечательные. Антон, и вы, несмотря на то, что культура у нас сегодня, кстати, несмотря на то, что культура, она как-то немножечко на затворке ушла, вот, друзья мои, наш гость Антон Федорченко, он не словом, а делом доказывает свою преданность культуре. И вы создаете студию, которая называется «Фабрика творчества Ультрамарин». Создание новой студии, о которой сегодня нужно поговорить
и которая вдохнет жизнь, а главное, поможет обрести и творчество, и научит культуре подрастающее поколение. В самом начале нашей встречи мы с вами говорили о том, что в обществе место культуры уходит все ниже и ниже. Вообще уходит не то что на второй, а на третий, на десятый план. Наверное, для художника, для творческого человека, для человека искусства осознавать это просто ужасно. Просто ужасно. И хочется приложить все усилия максимально, какие только возможно, для того, чтобы это остановить и чтобы это не происходило дальше. Наш «Ультрамарин», наша студия, фабрика творчества «Ультрамарин» рассчитывает на то, что к нам примкнут люди, которым будет также это не все равно, и которые, может быть, когда-то чувствовали в себе потенциал, и им хотелось развиться как творческой личности, но что-то этому мешало, что-то не сложилось. Может быть, в связи с какими-то причинами человек связал свою жизнь совершенно с иной профессией какой-то. Но все равно эта искра творческая, она не может угаснуть. И если она есть, ее уже затушить конечно, невозможно. Конечно, наша студия будет людям помогать в этом. И подрастающему поколению, и уже взрослым. Наша студия «Ультрамарин» открыта для всех. Вот у нас есть фотографии. Татьяна Михайловна, наш режиссер. Татьяна Михайловна, явите нам эти фотографии, пожалуйста. Мы посмотрим о жизни студии «Фабрика творчества «Ультрамарин». Это ваши воспитанники, Антон? Нет, это... Или это создатели? Это создатели. Угу. Кроме меня в этой студии будут работать две девушки, они тоже художники, они художники в области декоративно-прикладного искусства. Вот здесь мы видим на фото процесс, рабочий процесс в нашей студии. И... мы в этой студии проводим практически каждый день, если это возможно, если нас что-то не мешает этому. Пока что сложился вот такой коллектив, очень удачный. Коллектив из трех человек, Да, коллектив из трех человек. Вот, люди, которые приходят к вам в студию, их возраст? Их возраст может быть любой. Неограниченный, да? В принципе, если говорить о детях, то это... То есть могут приходить родители с детьми и вместе с детьми конечно, конечно. Или по отдельности, или вместе. Искусству. Иногда к нам обращаются люди уже совершенно взрослые и прожившие серьезную жизнь, но которые вспомнили о том, что чем бы им хотелось заниматься в юности. Но они в связи с какими-то причинами этим не занимались. Вот как интересно, Антон, творческий человек всегда, творчество всегда, оно ищет пути реализации. Какое бы ни было время, времена никогда не бывают хорошими или там безмятежными. Каждый человек переживает, живет в том времени, в котором поставлен, и каждому нужно преодолеть и пережить какие-то свои трудности. Но тем не менее, вот казалось бы, сегодня и культура, она как-то не на первом месте в нашем обществе. И не до жиру быть бы живу. А вы создаете студию. Студию, которая, в принципе, не будет приносить большого дохода. Хотя материальная сторона тоже должна присутствовать. Но вот вы, владея искусством, вы... Оно сидит в вас, и оно говорит, все, нужно выходить, и нужно делиться с другими. Я абсолютно такое же восприятие почувствовал в своих двух коллегах, которые со мной вместе там будут работать. Это Ярослава Гончарук и Екатерина Пономаренко. Мы будем вместе строить эту студию, которая будет воспитывать
ну, даже это громко говорить, воспитывать, которая будет людей пытаться приобщить к прекрасному, к миру искусства, к многогранному, многокрасочному миру искусства. Занятия проводятся абсолютно на разные темы, и многие занятия посвящены живописи, рисунку, чисто академическому. Многие из занятий посвящаются декоративно-прикладному искусству. Это роспись, это основа витража. Да, основа витража. У нас будут проходить занятия по этому, в этой достаточно сложной и интересной технике. Бумагопластика и народная роспись, и много чего будет интересного. Кому будет более интересно узнать, чем живет наша студия, фабрика творчества «Ультрамарин», обращайтесь, приходите, наши двери открыты для всех. А куда? Вот сейчас телезрители нас слышат и думают: о, есть студия, можно пойти реализовать себя, открыть себя, как-то на новую ступеньку жизни шагнуть. А куда? Ко мне. Ко мне обращаются. Вашу мастерскую, да? Да, да. Пока что ко мне. Дом художника? Дом художника, да. Мастерская Антона Федорченко, художника. Антон, будьте добры, у нас есть еще время, и мы бы могли вернуться к творчеству портретов. И вы знаете, сегодня как-то это искусство портретное, оно, ну, можно сказать, что оно несколько нивелируется. Почему? Потому что огромное количество, я даже не имею в виду профессиональных фотографов, а вот эти вот мгновенные фотографии, которые фотографируются и выкладываются там, в Инстаграм или еще куда-то, вот эти повальное увлечение там и так сфотографировать, и так вот. Фотографии — это, конечно, хорошо, но нет ли здесь вот какого-то подлога настоящему искусству? Или это даже нельзя сравнивать? Я эту отрасль рассматриваю больше не в области искусства, а в области психологии. Потому что вот это повальное увлечение своим собственным самовыражением, фотографией, селфи, и со скоростью потом это выложить в сеть, чтобы это все увидели. На мой взгляд, это происходит от того, что, наверное, человеку мало уделяют другие люди, которые его окружают. То есть получается так, что мы все ограничены вниманием других людей. И вот эти фотографии и то, что человек выкладывает в сеть, то, что он себя любимого несет, фотографирует, и на следующий день делает новые фотографии, и уже через час появляются новые фотографии, там, через неделю, и это бесконечный процесс. Это своеобразный крик о помощи. Да что вы? Да, на мой взгляд, это своеобразный крик о помощи. Но ведь селфи увлекаются не только простые люди, но и многие известные люди, особенно среди артистической среды. Это модно, то там на корабле, на яхте. Смотрите, какой я богатый, красивый, эффектный. Они тоже кричат о помощи? Они тоже могут быть о помощи одиночества. Души и сердца одиноки и требуют внимания и расположения к себе. И хотя бы таким образом. То есть, если у человека, который выложил свою серию, новую серию фотографий в сеть, или просто собирается сделать фото, спросить у него, зачем ты это делаешь, то... Ну, даже если он будет юлить и стараться ответить как-то иначе, то все равно за этим ответом будет сквозить одиночество. Одиночество. Как интересно. Одиночество. Но хотелось бы все-таки, чтобы
наши люди были не одиноки, правда? И чтобы все-таки стремились к искусству и к прекрасному. Друзья мои, вот мы сегодня тоже во время нашего прямого эфира стремились к прекрасному с помощью нашего сегодняшнего гостя, художника Антона Федорченко. Я напоминаю, что новая студия «Фабрика творчества Ультрамарин», которая недавно создана Антоном Федорченко, она начинает свою новую жизнь. Если у вас есть позыв к творчеству, приходите и творите. А если не придете, все равно, друзья мои, творите. Це була розмова на тему. На все добре.